В Самаре впервые проходит заседание рабочей группы стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. Таможенники из России и азиатских стран обсуждают комплекс совместных действий в сфере интеллектуальной собственности и в борьбе с контрабандой. Засилье контрафакта актуально для всех участников таможенного процесса. Чаще всего через границу незаконно пытаются провести одежду, спортивные товары и косметику, реже автомобили. Коллеги из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая обмениваются информацией о товарных знаках и их стоимости у производителя. Какие товары в каких странах по какой цене производятся и по какой стоимости они заявляются на другой стороне. То есть иногда заявляются телевизоры производства Китая по цене 1 доллар. Да? Мы должны отслеживать эту тенденцию, общаться между таможенными службами и понимать, а сколько этот товар заявлен действительно производителями.